Приветствуем команду КВН «Сборная Китовки». Сам народился я в Китовке, китовские отец и мать я готов. Без подготовки за всю Китовку жизнь отдать. Вот это зал! Как говорит заведующий китовского детского сада, ни одного свободного места. У меня когда родители в Китовку переехали, и стали там жить, точнее, когда просто переехали, решили остаться. Потому что назад дороги не было. И вперед тоже не было. Да и вообще, все снегом завалило. А у нас во дворе вовсе нету двора. Антон, а что с твоим пальцем? Да просто когда Морозов в Китовку приезжал, я ему яму на дорогах показал. Ну а с пальцем-то что? Да просто Макаров видел, каким я палец ему на яму показывал. Значит, ты в Китовке не дорог. Мы тут краем уха слышали, что индийские специалисты с Колково ездят за нанотехнологиями. Да мы в Китовке, между прочим, уже во все применяем нанотехнологии. В больнице на гаишнику, на учителю, на... И по-синему навстречу не ходи. У него тату Китовка на груди. Говорят, что Инза — это западная столица Ульяновской области. Тогда Китовка — это окно в Европу. Ну а что? Китовка почти Европа. Мы также не знаем, кто наш хозяин. И еще у нас мало газа. Вы лучше, чем мы. Владимир Владимирович, не хотите ли вы после окончания вашего президентского срока поработать в Китовке? Надо подумать. А кто, по-вашему, может справиться с проблемами российского футбола? С этими проблемами, может быть, женщина лучше всего и справится. Владимир Владимирович, мне сегодня стих задали. «Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч». Что вы думаете по поводу этого стихотворения? Значит, если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно. Владимир Владимирович, вы извините, но мы забыли вам китовского молока привезти. Я сейчас убью вас. Я зачем прикатил сюда за 1000 километров? Не верите? Внимание на экран!
вас очень прошу, пусть победит команда китовки. Ну, пожалуйста, ну что вам стоит? Да пусть грянет гром над тем, кто сегодня усомнится в победе сборной китовки. Я считаю, сегодня побеждает сборная китовки! Хей! Да сборной китовки надо первое место за отбивки отдать. Они же смешные. Я предупреждаю. Если сборная китовки не победит, мне придется брать их в яролаж. А это не в ваших интересах и тем более не в моих. Не забывайте, сборная китовки – это всего лишь дети. И это преступление – отобрать у детей заслуженную победу. Всем привет! На самом деле, знаете что? Китовка – это очень круто. Это круто и интересно. Китовка – как подвал. Всем интересно, что там, но все боятся туда зайти. Вот так. Ребят, я не болела еще ни за одну сборную. А вот за сборную китовки я очень переживаю. Не верю, как говорил Станиславский, не верю, чтобы сборная китовка сегодня не победила. Не верю. Тьфу-тьфу. Ой. Тьфу. Сборной китовки давно пора на большую сцену. А вы еще думаете, кому победу отдавать? Вот смотрю на сборную китовки, и мне плакать хочется. Не дай бог, они сегодня проиграют. Я с вами. Держитесь. Здравствуйте, я Михаил Дорожкин. Как человек, который снялся в 120 проектах, ответственно заявляю, у команды «Китовки» очень профессиональная команда. И не думаю, что кто-то осмелится не дать им победу. Знайте это. Это будет страшная глупость, если сборная «Китовки» сегодня не победит. Я хочу обратиться ко всем жителям Китовки. Пожалуйста, верните нам наши паспорта. Китовка!